Вчера, 21 числа, состоялся комиссионный выезд на территорию в районе 411 батареи в составе Управления инженерной защиты городского ГАСКа и Управления архитектуры отдела по инспекции по благоустройству. В результате инспектирования данной территории установлен факт подрезки склона с оседанием грунта на территорию, расположенную у подножия склона. Данные мероприятия проводились без разработки проектной документации и вызвали всплеск у граждан, проживающих ниже под данной территории. На сегодняшний день мы можем сказать, что эти мероприятия производились некачественно, соответственно, необходимы проведение мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в данном месте, с учетом, наверное, разрабатывания необходимой проектной документации и выполнения этих работ. Проведены переговоры, и организация, которая проводила работы по строительству данного жилого комплекса, готова взять эти работы на себя и выполнить их за счет небюджетных средств.